Поехали. Да, поехали. А где лыжи-то? В домике. Ты сказал, сейчас я пойду за лыжами. Больше ты за лыжами не пошел. Лыжи у печки стоят. Манат, лыжи у печки стоят? Новогодний семейный моно-мотоколесно-лыжный микст 2021 года. Привет, дорогие друзья! Вот и мы все переместились в очередной Новый год. Все поменялось, но ничего не изменилось. Начну с того, что у каждого моноколесника есть что-то, кроме моноколеса. Кто-то ответит: самокат, мотоцикл, машина и тому подобное. У кого-то еще есть семья и дети. В этот Новый год я, как семейный моноколесник, решил объединить все возможности получения положительных эмоций и поехал с семьей на новогодние праздники на дачу. Не твои? Подождите, почему такой, что... И у папы тоже такой. И у папы. А у меня получается что, гладкий? Ну так ты ж ходил с ними нормально. А это точно мои лыжи? А качи, конечно. Ну иди посмотри туда, хоть зайди. Мама, так и будешь здесь стоять? Не надо сидеть. Сюда, туда. Пап, куда папа? Саш, куда же? Без разницы. В сторону речки поедем. В сторону речки. Там горки. Ну ты ничего не будешь. Я не буду. Я не буду. Просто так. Да. Давайте не будем пока что выяснять отношения. Особенно. Так, руки старайтесь не мочить, чтобы не замерзли руки. Раньше времени. Ну что, погнали? Подмосковная природа вместе с погодой порадовали пышным снегом, легким морозцем и живописными зимними пейзажами. В этом фильме я объединил только 3 дня. Хотел больше, но подумал, что подписчики этого не поймут. Ограничился 3. Я, честно говоря, как вы знаете, больше моноколесник, чем лыжник. Но жена посчитала, что лыжи мне тоже придут с крыльцу. В первый день вылазку сделали с женой и младшей дочкой. Сима, вот так смотри. Вот так опускаешь спину и руки прямые. А? Ну, да, белый цвет. Во второй все на лыжах и я на колесе. Это вам не колесо, это лыжи. А в третий я на мопеде, а все на лыжах. Катание с горок – традиционный соблазн, от которого трудно было устоять. Ну и, конечно, фейерверки стали не лишними. Езда по снегу на моноколесе не является чем-то естественным, но со временем привыкаешь, хотя снег все-таки не стихия моноколеса. В принципе, если снег имеет под собой лежавшуюся основу, то можно нормально ездить, не удивляясь, впрочем, частым сносам и побуксовкам. Да ну, лазить не сможешь ехать сегодня.
обязательно сломать там все. Вот так, поставь в другую сторону. Вот так, конечно, вот. Первый. Пошел. В принципе, ездить на гироколесе можно и зимой, то есть круглогодично. Я не заметил какой-то сильной просадки аккумулятора или негативного воздействия реагента на техническое состояние гироколеса. Просто после прогулок легкие души. Можно установить шипы на покрышке и шипы на педали. Я езжу без всего этого. Нужен опыт и сноровка. Еще можно утеплить аккумулятор внутри гироколеса любым синтетическим материалом, подходящим по толщине. При падении, двигаясь задним ходом, желательно группироваться и, втянув голову в плечи, выпятив спину, перекатиться кувырком, ориентируясь на левый или правый бок. Этим вы погасите ударную нагрузку. Вы, естественно, выставляете опору ногу. Если не помогает, то, как в данном случае, руку. Вы пытаетесь опереться на руку, желательно натренированную и сильную руку. Рекомендую надевать защиту кистей от растяжения. Падение с опорой на руки и перекатом на спину. Перекат на спине. Продолжение кувырка с прижатием головы к груди. Конечно, холодный ветер и снегопад несколько смазывает приятное впечатление при зимнем катании. И зимой ездить задним ходом можно, но понимаю, что пробуксовка может случиться в любую неудачную минуту. Главное при зимней езде – осторожность и плавность маневров при отсутствии резких ускорений и торможений. На моноколесе можно помочь и уставшей лыжнице. Ничего страшного, давай. Приятных катаний. Снегурочка едет наша, кислотная Снегурочка. О, сели. Да вы чё? Сели, сели. Да вы чё, вы охренели вообще? Поехали. Готовы? Готовы или нет? Готовы? Папа. Присоединяйтесь. Катаясь на гироколесе можно даже прокатить трех лыжников, например. Направо. Нет, направо. Я не заверну.
одному ехать на колесе хорошо, а с семьей веселее. Катание на скутере зимой не является чем-то необычным. Вот я решил прокатиться. Благо было время и место. Вы понимаете, что просто ехать неинтересно. Я решил прокатить еще и лыжник. Но у нас с собой не было веревок, поэтому способ крепления придумал на ходу. За эту штуку, за наконечник за сам не держись, понятно? И в сторону от себя, чтобы не наткнуться на острую штуку, понятно? Так, мы сейчас поедем. Давай, все, не отлетит, не волнуйся. Сейчас немножко страшно. Готова? О! Технологии. Прошли. Если честно, немножко страшно. Пап, главное не упасть, потому что иначе... Ух, ух, ух! Я же говорю, главное не упасть. Пап, ау! Давай. Я же говорил... Нормально. Остановка такая. Ничего не заводится. Заводится. Если честно, немножко страшно. Все еще. Пап, я не умею кататься на лыжах. Ух, какой. Ой, давай. Это страшно на самом деле. Не, ну я классно катаюсь же. Говорю, быстро еду. Научилась. Ух. Так называемая ватрушка у нас отсутствовала. Но я одолжил ее на разок. О чем потом и пожалел. Я всегда относился с недоверием к неуправляемым средствам передвижения. Смотри только, если что, сбрасывайся с ватрушки. В общем, не рекомендую эти ватрушки, если нет возможности проконтролировать ее управление. Небезопасная игрушка эта ватрушка. Сейчас поедем. Встречай меня. Я к Косте. Ты эпично, конечно, прыгнула вообще. Она перевернулась. Ты в этом самом, молодец. А ты как, сгруппировалась, я смотрел? Нет. А? Я даже не поняла, куда я лечу. Ну, нет. А вообще на будущее на таких штуках надо смотреть, куда едешь. И ногами разворачиваться. Ну что, замерзла? Да.
Ветер, снег, да? Снег, глаза. Надо свет включить. Сим, если хочешь, я могу на скутер отвезти. Хочешь, сзади мы тебя привяжем, на эту штуку повезем. А что случилось? Ты поехала вниз, потом на почку, вот так сразу снег в голову. Держись только вот за эту штуку, вот, за это само этот оторвется. И в сторону от себя наконечником. Так, лучше, может, правую руку возьмешься? Правую тебе же сильнее. Левую, ну возьми с левой тогда. Ладно, правая. Так, короче, поехали. Ну, встанем все вместе, давай. Арин, давай. Нет, я не буду. Давай, что? Это опасно. Ничего не Это круто, мне понравилось. Было страшно. Так, извини. И тебя заносит сильно очень. Да я поняла уже. Ага. Все, дальше я сама. Какой Новый год без фейерверков? Да. Давай тоже попробуй. Почему? Ну ты же на права сдавал. Ну надо теперь ракету запустить. Вот так, вот так. Ну, вот так, вот. Так, давай ты запусти. Ну я запущу, давай. Тихо, фитиль достаем. Так, вот фитиль. Вот такая будет сейчас у нас мощная штука. Называется подарочный соступающий какой-то. Короче, ладно, неважно. Короче, все готовы? Да. Все готовы, отлично. Все, зажигаем. И разбегаемся, подальше отойдите. А вот здесь и уйди отсюда. Подальше, это очень мощная штука. Смотрите, отойдите, не смейте. Она двухуровневая.
Вот это сон! Папа, по традиции ложится. Фу, Сури! Фу, Сури! 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 За нами прячется. Как красиво! Она полетит? Небольшой фонтан. Ракета нашла. Соренька тут бедная наша одна. Бедная это Манана, которая спряталась под дом и больше не вылезает вообще. С Новым годом! С новым счастьем, дорогое! Спасибо за внимание. Вот это супер! Это было очень вот это супер!